сегодня мы отправились на экскурсию на остров Самана. И первая наша остановочка на завтрак вот в такой красивой пальмовой роще, или как ее назвать. Чем здесь вас угостят? Во-первых, в этом оранжевом баке стоит очень вкусный, свежевыжатый сок маракуйи. Также есть кофе с молоком и сэндвичи с ананасом. После завтрака мы проходим на катамаран и уже отправляемся смотреть китов. Вот наконец. Ждем дымки над водой, смотрим во все стороны, чтобы заметить остров. Наш капитан. Всем выдают спасательные жилеты. Так что безопасность здесь приезжает. Это синие, да, зеленые? Да, да, да. Смотрите, оба два такие плывут. Сейчас вылезут. Ой, какая удача! Хвостик, хвостик. Нет, они нырни. Вот у них-то точно ёкнуло. Давай такой хорошенький. Чемпионочек, господи. А мама как? А мама какая огромная. Мы же их. Приближаемся к острову Бакарды. Смотрите, это вода. Сказки, просто сказки. Здесь идеально чистая вода, настоящие Мальдивы. Когда вот этот отель откроют, сюда можно смело приезжать на райский отдых. С этого отеля можно будет наблюдать как раз китов. Так, ну что, мы пришли на вот такой пляж, где для нас уже приготовлены лежаки. Всем выдают вот такой билетик, который в баре можно обменять на напиток алкогольный, безалкогольный, какой хотите. Делаем обзор острова Бакарди. Здесь огромный шатер, наверное, для больших групп. Накрываю здесь обед. Тут прям экзотика-экзотика. Очень бурная растительность. Буйная природа, настоящие джунгли, напоминает фильм «Джуманджи». Лианы свисают. Какие-то фрукты растут. Тоже готовят морепродукты. Большие лобстеры. О боже, какая огромная клешня. Итак, вот он, пляж на острове Бакарди. Очень красивая, очень чистая вода. Так он выглядит со стороны моря. Поэтому, если вы не хотите ехать на Саону, можно приехать покупаться и сюда. И смотрим сам пляж. Песочек идеально чистый, никаких водорослей. И водичка прозрачная. Очень теплая, прям кристальная.
Нас предупреждали, что могут быть медузы, но они такие непредсказуемые. Сегодня есть, завтра нет. Сейчас их нет. Можно спокойно купаться. Вот такой вот пляж в Бакарде. Красивым видом проходит обед. Сейчас покажу вид. Вот такая красотища. Шикарно. Нам дали вот такие вот замечательные черевички. И теперь мы ждем, чтобы нас посадили на лошадок. И через джунгли мы пойдем к фонтану Миллионер. За мной. Так, едем на лошадку к фонтану. Это моя первая поездка на лошадях. Если честно, очень-очень страшно. Еще дорога полнейшая бездорожье. Что не сделаешь ради Ютуба. Очень страшно. Держу с одной рукой. Ну, благо есть погонщик, он не дает лошади разогнаться. Такой организованной колонной мы идем к водопаду Миллионеров. Путь составляет 25 минут. Причем дорога такая вся в камнях, лошадь спотыкается. Где-то камни сырые. Где-то мы спускаемся, где-то поднимаемся. Так, очень сильно адреналиново. Это прям какая-то жесть. Мы припарковали лошадок сверху и теперь по вот такой лесенке спускаемся вниз к фонтану Миллионеров. Спуститься это полбеды. Как вот мы будем подниматься, это уже отдельный разговор. Погонщики наших лошадей идут с нами вниз. Вот мы и дошли до того самого фонтана Миллионеров, где обязательно нужно искупаться. Посмотрите, какая красота! Обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Я все это делаю сзади вас. Хорошая вода, да, кайфанёшь сразу. Что ж покрыл? Я на камне. Да ты какие? Вот сюда, смотри.
поехали на экскурсию на остров Саона. И наша первая остановка в городе художников. Сзади меня фонтан, который исполняет желания. И чтобы желание сбылось, монетку нужно скинуть особым образом. Сейчас я вас учу. Берем монетку в правую руку, загадываем желание. И бросаем ее через левое плечо в фонтан. Попала? Сейчас у нас будет с вами прогулка и осмотр этой деревни художников. Церковь. Здесь ресторанчик. И сейчас я вам покажу просто захватывающий дух вид. Проходим сквозь такие ворота. Смотрите, какая красота. Здесь тоже есть ресторанчики, можно насладиться видом и поесть что-нибудь вкусное. Я вам покажу еще одну очень классную обзорную площадку. Странно, что никто из наших туристов, кто с нами приехал, сюда не зашел. Отсюда офигенный вид. Дойди поближе, посмотри. Вроде река как река, но почему-то она настолько восторга здесь вызывает. Очень колоритная деревушка. Мне почему-то напоминает Родос. Как будто мы снова в Греции. Смотрите, какое интересное дерево мы нашли. Какая у него корневая система. И ветви. Ствол идет горизонтально куда-то. И в эту сторону. Вот оно, королевская манго. Первый раз вижу, как оно растет. Местный спортсмен. Как красивенько. Здесь сенатор построил амфитеатр. Вместимость, нам сказали, 5000 человек. Но можно укомплектовать и побольше. Тут идет подготовка к какому-то концерту. Мама. Это самый распространенный вид транспорта в Доминикане, потому что бензин, дизель очень дорогой, поэтому здесь многие ездят на осликах. Площадь. Церквушка, в которой проводил обряд Майкл Джексон. В церкви есть такая смотровая площадка, там колокол. Сейчас поднимемся, посмотрим, какой оттуда вид открывается. Мы пришвартовались. Все лодки паркуются здесь, и мы идем с гидом через остров на ту нетронутую сторону. Идем сквозь остров. Поют птички. Такие настоящие джунгли. Наконец-то мы приехали. Просто посмотрите на цвет этой воды. Просто потрясающе. Мы были на Мальдивах, не с чем сравнить, но это море, оно по-своему очень красиво. Бежим!
бар. Пина коладу. Ананасы за 10 долларов. А вот здесь уже бесплатные напитки. Hola. Здесь жарят гриль. Курочка. Ага, вот можно заказать, здесь он приготовит лобстера. Есть фрукты, арбузы, ананасы, папайя, макарошки, неожиданно салат, овощной салат. Так, смотрим, что здесь. Вареная картошка, снова макарошки, овощи. Вот соус, рис. Одинокий лангустин. Вот обед проходит под навесом. Смотрите, здесь есть детская площадка. По-видимому, здесь должны быть пилинг рыбки, но их нету. Самодельная площадочка, качелька. Это туалет, мужской и женский. Мы с вами находимся в природном бассейне, где обитают вот такие красавицы, морские звезды. Ни в коем случае их не поднимайте из воды, потому что от этого они умирают. Фоткаться можно только со звездочкой внизу. Смотрите, какая красота!